Аппарат InSight прислал первое фото с Марса. Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight передал первое изображение с поверхности Марса. Космический аппарат NASA Mars InSight в понедельник, 26 ноября, совершил посадку на поверхности Красной планеты и прислал свое первое фото. Изображение появилось на экране в центре управления полетом NASA через несколько минут после посадки. На снимке видны мелкие частицы марсианской пыли. Напомним, аппарат InSight успешно приземлился в районе марсианских вулканов Купол Гекаты, гора Элизия и Купол Эльбар вечером 26 ноября. В течение 26 земных месяцев на Марсе InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки. Зонд InSight и его запуск обошелся в 850 миллионов долларов. С 1960-х годов была предпринята 21 попытка посадить аппараты на Марс, но успех достигли всего 7 миссий. Однако все они – американские. InSight стал 8-м исследовательским зондом, работающим когда-либо на Марсе. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.